Сделайте глубокий вдох и выдох. И приготовьтесь рассказать себе прекрасную историю о вашем теле. Медленный вдох и выдох. Полностью расслабляясь, почувствуйте, как с выдохом напряжение покидает вас. Глубокий вдох и выдох. И на вдохе направьте ваше внимание в область между бровей. Сконцентрируйтесь на этой точке. Глубокий вдох и выдох. Затем поверните свой взгляд на 360 градусов. Развернитесь к себе. И представьте, что вы делаете два шага назад. И вы начинаете видеть свое тело со стороны. Вы словно вышли из своего тела. Ваша истинная суть – вы не только тело, вы энергия. И эта энергия сейчас смотрит на ваше тело со стороны. Глубокий вдох. И позвольте проживать мои слова и чувствовать, глядя на свое прекрасное тело. Это мое тело, и я чувствую его, и я позволяю наслаждаться им. Мои мышцы сильны, подтянуты и находятся в тонусе. И мне так нравится проживать мою жизнь в этом мощном, красивом, пластичном, идеально сложенном теле. Мне нравится двигаться в нем. Я чувствую себя наполненной и готовой на любые свершения. Я сильна, я полна энергии. Я силен, я полон энергии. Я ощущаю себя таким юным, молодым. Моя кожа нежная и гладкая. Я ощущаю себя на пике своей физической формы. И мой вес идеален для моего тела. Меня полностью устраивает моя комплекция. И я в восторге от своих физических параметров. О да, я обожаю это чувство. Ведь я могу носить любую одежду, и она идеально сидит на мне. Я могу надевать свои любимые вещи и не чувствовать никакого дискомфорта. А лишь прикосновение ткани к моей гладкой коже. И я могу свободно дышать в любимой одежде. И я обожаю это чувство. Глубокий вдох. И на выдохе расслабляясь и позволяя себе прочувствовать, войти в это состояние, даже если это пока не так. Но позвольте себе войти и принять, что эта реальность уже существует. Прожить эту реальность. И тогда тело потихонечку начнет подстраиваться. Почувствуйте здоровье внутри своего тела. Я ощущаю себя здоровым и полным жизненной силой, как молодое дерево весной. Я питаюсь сочной, полезной пищей. И я вижу, как мое тело реагирует на нее. Как улыбаются и радуются ей мои внутренние органы. Они благодарят меня за столь прекрасное питание и превращают его в неиссякаемую энергию, которая поддерживает все системы моего организма. И я наслаждаюсь своим телом внутри и снаружи. Я люблю свое тело. Я в восторге от него. Это так прекрасно проживать эту жизнь в этом замечательном, прекрасном теле. И видеть, как оно отвечает мне взаимностью и ведет меня туда, куда я желаю прийти. Оно помогает мне достигать поставленных мною целей. Оно сильно и полно энергии. И мне нравится двигаться, играть и получать удовольствие внутри моего тела.
и я наслаждаюсь его движениями. Я благодарю его за поддержку, за рост и стремление к развитию. Я так благодарен моему телу, я так благодарна моему телу за все, что оно позволяет мне совершать. Я так благодарна, что ты со мной. Я знаю, были моменты, когда я не заботилась о тебе, и их было немало. Но спасибо тебе, мое тело, что ты со мной. И я сделаю все, чтобы отблагодарить тебя, чтобы показать тебе мою любовь, поддерживать тебя в хорошей форме и делать для тебя все лучшее, на что я способен, на что я способна. И я люблю тебя, мое прекрасное тело. И я так благодарна, что ты даешь моей внутренней сущности проявлять себя через тело в человеческий мир. Я так благодарен тебе. Сделайте глубокий вдох и выдох. Повторяйте эти положительные установки каждый день на протяжении месяца. И с каждым разом вам будет все легче и легче проживать эти состояния здоровья, силы, выносливости, благодарности. И чем глубже вы будете проживать это состояние, тем быстрее ваше прекрасное, мудрое тело начнет вам отвечать взаимностью. С верой в ваш успех и с благодарностью за это время, проведенное вместе. Наталья Леру. И если по каким-то причинам вам очень сложно принять свое тело, полюбить его, вы видите в нем только недостатки, то я приглашаю вас на исцеляющую, трансформирующую практику «Алхимия дыхания». Она помогает принять себя безусловно и тотально на всех уровнях. Первая сессия – подарок. Подробности под этим видео.